Почта России оптимизирует свою работу и отказывается от повторных уведомлений клиентов о получении почтовых отправлений. Но самое долгожданное новшество для всех клиентов почты – это, конечно, упрощенное вручение посылок. С июня этого года клиенту при получении почтовых отправлений не нужно будет заполнять бланки и проводить больше времени в очереди. Для этого нужно подать заявление в отделение почты. То есть первоначально клиент должен прийти с паспортом в почтовое отделение, заполнить регистрационную форму, оставить свой контактный мобильный телефон, впоследствии на который будет приходить код по СМС. И уже впоследствии он будет получать почтовое отправление вот по этой упрощенной системе. Нововведение не коснется посылок с наложенным платежом и регистрируемых почтовых отправлений. Новые правила помогают не только сократить время на выдачу посылки, но и сделать эффективной зону хранения. В целях повышения качества обслуживания клиентов сокращаются сроки хранения на почте крупногабаритных почтовых отправлений. Посылки внутренние и международные, отправления экспресс-почты ЕМС теперь хранятся в отделении почтовой связи 15 календарных дней, после чего они возвращаются по обратному адресу. Срок хранения клиент может продлить до 30 дней. Для этого нужно обратиться в почтовое отделение с заявлением, в котором указать, какое именно почтовое отправление он получит в течение месяца. Но эту услугу Почта России предоставляет на коммерческой основе. То есть спустя 15 суток за хранение посылки нужно будет заплатить. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.